Скоро Новый год, скоро Новый год, который в дом к нам придет. Подарки, ура, радость, смех принесет. Ура, ура, Дед Мороз к нам придет со Снегуркою. Мы им нальем побухать. Такой вот местный симферопольский рэп. Получается у меня, рэпчик читать, да? Нет? Еще раз попробую. Симферополь, Симферополь, ворота Крыма. Йоу. Лучше молчать. И вот рэп, сука. Симферополь, Симферополь, ворота Крыма. Бесить начинаю. С забыванием. Как тебе рэпчик, Даш? Это не рэпчик. А что это? Хуепчик. Рэпчик-хуепчик? Да. Может, просто когда я был в комнате, ты плохо слышала, как я пел? Не надо! Давай я еще раз пропою. Я сейчас вот эту кастрюлю с макаронами на голову одену, если ты будешь петь. Ну давай я куплетик спою. Вот слушай. Нет, Егор! 3, 4. Симферополь, Симферополь. Ты что, меня собралась облить? Да. Ну сейчас допою, припев допою и все. Егор. А ты не потом мнение свое скажешь. Это серьезно болью. Бля, не хочется, чтобы ты облила Кэнон. Поэтому я не буду допевать, ладно. Рэпер с меня не получился. Может быть, у меня получится... Может, потанцевать только вот в той комнате и попеть? Рок петь. На звезде я лечу, на ракете. Почему у тебя рэп рок в одном этом? Инопланетянин меня встретил. Mm-hmm. На один мотив? Да. Сука, и рокером не получилось быть, короче. Но самое главное, что мы нарядили уже елочку. И, блять, это классно. И рэп мой классный. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, комментируй и рассылай этот видос друзьям. Пока. Пока-пока-пока. Йоу-йоу, пока.